Профессия по наследству. Семейные династии в библиотеках сегодня не редкость. Так, в Аликовском районе вот уже более 140 лет библиотечное дело передают из поколения в поколение. Наша съемочная группа побывала в деревне Таутово. Еще будучи девчонкой, Рита Егорова влюбилась в книги. И самое яркое воспоминание ее детства – библиотека. Неизведанный мир, путешествия, знакомство с неизвестными героями. До сих пор она помнит, как однажды вместе с мамой впервые переступила порог библиотеки, где тогда работала ее тетя. Мы зашли, я остолбенела. Там столько книг, все рядом стоят на стеллажах. Мне так хорошо стало. Я почувствовала себя в мире книг. Попросила у сестры книжки, она на стол положила такие. Но раньше не такие были иллюстрированы, но все равно мне казались они как сказкой. Тогда в руки ей попала книжка «Приключения Буратино». Она взяла ее домой и не смогла расстаться, даже когда прочла ее от корки до корки. И всю жизнь это у меня настольная книга. Когда в жизни приходят трудные моменты, я просматриваю, пролистаю, где что, прочитаю свой отрывок. И думаю, впереди все будет хорошо. Библиотекарь со стажем почти в 40 лет с гордостью отмечает, что ее профессиональный путь выбрала и старшая дочь. И сегодня трудовая династия Егоровых – это 141 год. Благодаря труду настоящих энтузиастов библиотечного дела у нескольких поколений сельских жителей сформировалась культура чтения, любовь к книге. Вот самая первая у нас работала Валентина Александровна Антонова. Это двоюродная сестра по линии отца. Она работала в Шундрашской сельской библиотеке. Стаж у нее 27 лет. Потом работала опять двоюродная сестра отца Соколова Елена Александровна. У нее стаж работы 37 лет. Еще есть у меня двоюродная сестра со стороны мамы, Николаева Зинаида Михайловна. Она 23 года проработала в Малотуванской сельской библиотеке. Читать здесь любят. Об этом свидетельствуют и много повидавшие переплеты книг. В сельской библиотеке предпочтительнее, по словам посетителей, книги на родном языке. Правда, их тут немного. Всего же в фонде около 10 тысяч изданий. Библиотека обслуживает 5 деревень. А это более 500 тех, кто любит книги. Наталья Мальчикова, Регина Кубайкина, Александр Атяков, Республика.